Теперь о погоде в регионе. Объявлено штормовое предупреждение. По данным Казгидромета, 3 и 4 октября на территории области ожидаются дождь с переходом в снег и усиление западного ветра. Его порывы будут достигать 22 метров в секунду. Департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендует населению принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности и предупреждения чрезвычайных ситуаций.